I see most of you have not forgotten how to stir. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip about your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be... Enough out of you. Leave her alone. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. Greetings. I understand you're quite the enterprising young Ravenclaw. Professor Fig tells me you found a long-lost book for him. I'd like to talk to you about it. И доброго времени суток всем, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на канале Use Game Pod. Сегодня мы продолжаем прохождение Hogwarts Legacy. И в предыдущей серии мы... Ну, я думаю, по нарезку в начале видео вы видели. Мы направляемся в данный момент к Оливандру, ибо в предыдущей серии он попросил нас... пока мы еще были в Нижнем Хогсфилде и разбирались с этой бандой гоблинов... Он попросил нас прибыть в его магазин, ибо ему нужна наша помощь. В чем именно, мы сейчас вот и узнаем. Спасибо, что пришли. Мой друг, профессор Фиг, высокого мнения о вас и вашей находчивости. Он не вдавался в подробности, но упомянул, что вам удалось раскопать некоторую потаенную книгу. Я подумал, может, вы согласитесь провести для меня небольшое расследование? Заманчиво. Конечно, мистер Оливандер, похоже, это как раз по моей части. Чудесно. Видите ли, около века назад из моего самого магазина пропала фамильная палочка из яблони с сердцевиной из крыла феи. Моя двоюродная бабушка заподозрила в краже ученика по имени Рикард Джаук. Он работал здесь у нас помощником и внезапно исчез. Как птица, галка. Кстати, известно, что он часто был в советнике Хогвартса. Конечно, мы там искали, но волшебной палочки не нашли. Правда, мы нашли ряд статуй, похожих на галок. Это наверняка подсказка, но не могу понять, что именно означает. Говорят, галкрат болтал о каких-то страницах с карты, которую он украл у Пивса. Как вы понимаете, от полтергейста не удалось добиться толку. Угу. Страницы с картой. Получается, страницы это могут быть те страницы, которых не хватает в книге, которые мы нашли в запретной секции библиотеки в Хогвартсе. Так что нам это исследование по-своему тоже поможет в нашем путешествии.
Почему именно эта палочка? О, особенно в ней много. Но не того, что вы думаете, а не дает своему хозяину могущество. Ничего такого. Но вся семья Оливандеров будет счастлива узнать, что у нас снова она есть. А это великая сила. Ну, я постараюсь. Я обязательно ее поищу. Вы многое мне поведали. О, вы вселяете надежду в сердце старого мастера. Профессор Фрик был прав. У вас выдающиеся способности. Благодарю за комплимент. Ну, типа, я постараюсь, но это же не значит, что у меня все получится. Ну, попытка не пытка, как говорится. Так, ну, раз на то пошло, блин, то расстояние далекое, давай мы тогда переместимся, может быть, в Хогсворт. Ага, нам нужен советник. Чтобы добраться до советника, нам удобнее будет... Так, подожди. Не то. Секундочку. Нам будет удобнее добраться из... Наверное, вот этого выхода. Куда мы посмотрим, разблокировал ли он у нас. Да. Южный выход из Хогвартс... Из Хогсворта. Давай. Хогсворт. Хогвартс. Тьфу ты. Хогс... Блин. Хогвартс. Блин, я уже что-то этот... Я на самом деле, когда предыдущее видео монтировал и название к нему придумывал, что-то меня... Что-то я постоянно вот эти вот слова путал. И почему-то вот оговорка все время вот это вот происходило у меня в голове. Типа Хогсмит, Хогсворт. Хогвартс, точнее. У меня Оксфорд и Хогсворт от этого получается, а это Хогвартс. Что-то в голове... В голове что-то этот все смешалось. Бывает такое иногда. Так, давай материалов по дороге соберем. Я думаю, они нам пригодятся для чего-нибудь. На крайняк их продать можно будет. Ну, по крайней мере, я думаю, что их продать можно будет. В этом я пока не уверен. Кристаллы тоже какие-то. Пока непонятно, для чего эти лунные камни, но... Лучше не пренебрегать возможностью их собирать. И наверняка они в будущем пригодятся. Не просто так же они в этой игре есть. Так, ага. Наверняка статуи, о которой говорил мистер Оливандер, находятся наверху около сов. О, сова. Здорово, брат. Как ты? Lumos. Интересно, они как-то будут реагировать на свет? Вырубил. Ну-ка, если еще раз врубить. Да им вообще пофиг. А, нет, вроде голову поворачивает в мою сторону. Ну-ка. Да не, вообще насрать. Ну, как бы и в прямом, и в переносном смысле. Главное, чтобы не на меня срали. Так. Совушки, не обращайте на меня внимания. Я пришел помочь другу. Ну и где же эти статуи? Ну-ка, ну-ка. Так, совы Хогвартса. Сов, принадлежащих школе и ученикам, можно найти в советниках Хогвартса. Рекомендуется внимательно смотреть под ноги, чтобы не вступить в совиный помет. О чем я, кстати, и говорил. И не раздавить отрыгнутый скелет какой-нибудь мыши. Ого! Вы и таким совы занимаетесь? Блин. Ладно, надо быть аккуратнее. Ну-ка. Акцо, сюда иди. Ничего нет. Ага. Ну-ка, ну-ка. Опа, вот и статуя галки. Так, вставай на место. Сюда. Пусто. Nothing. Сюда иди. О. Это чё? О, бабосики. Лишним не будет. Да. Еще
еще деньги. Акция. Пусто. О, еще одна статуя галки. Еще одна, отлично. Сколько их еще надо? Раз, два, три и четыре еще штуки надо. Ну-ка, наверху, что ли? Сюда? Ничего. Ну-ка, давай-ка по этой лестнице поднимемся, что-то. Что-то... Потому что мне... Ну, точнее, он голову почему-то не поднимает выше. Опа, упала вниз. Сюда. Сюда. Это еще было? Нет. Стой. Мы еще здесь не закончили. О, аккуратно. Падать нам не надо, умирать нам еще рано. Ну, хотя с этой высоты, упав, наверняка не умрешь, но... Лучше быть настороже! Блин, о чем мы речь? Так, где-то я еще роняла еще одну. Куда еще одна упала? Я вроде две спускал. Ладно, давай поднимемся еще раз. Блин, вот это вот шаг вперед, который он делает, когда он заклинание произносит, вообще не кстати приходится. Опа, вот еще одна упала. Опа, страница. Тут пусто. Опа, деньги. И... Вон, они вниз упали. Так, это что? Какая-то карта. Интересно, что это за карта? Ну да, пусть побудет. Так. Что мы еще не открыли здесь? Вроде все. Так, ладно, давай последние страницы, которые здесь я видел, поймаем. Потому что мне казалось, что здесь страница не одна летает. Но, возможно, это совы, которые я перепутал со страницами. О! А погладить можно, интересно? Нет, погладить, к сожалению, нельзя. Так, подожди, лестница не тут. О, подожди, статуя. Обычно левиоса делаешь, из них страница выползает, да. Вот и она, да. Так, теперь вниз. Подобрать последние статуи и подобрать деньги, которые сюда упали. Вот мешочек с деньгами. Так, теперь поместить. Отлично, ну-ка давай посмотрим. Угу. Какое-то заклинание. О, мы полетели? Куда? Стоп. А, нормально. Тьфу ты. Я думал, сейчас нас скинет с башни. О. Безголовый брат. Здорово, а ты чё тут делаешь? А, так это же есть этот... Галкрат. Ричард Галкрат. Могу порадовать, если нужно что-то спрятать, лучше места не найти. Ричард Галкрат, к вашим услугам. Тот самый Ричард Галкрат, значит, мистер Оливандер был прав. Верни ему семейную палочку. Господи, я и забыл о той палочке. Уверяю, при себе у меня ее нет. Ну, Бризер, конечно. Скорее всего, я обронил ее в той пещере, в тот момент, когда я лишился головы. Как же глупо было идти по той дороге. Да ерунда, нашел ее на каких-то старых, пожелтевших страницах, вырванных Пивсом. Хотел понравиться девушке, впрочем, это уже совсем другая история. Итак, ты украл палочку, а потом шел куда-то по карте, которую ты стащил у Пивса. Эта карта привела к тебе к гибели? В таком изложении звучит как полный бред, но это правда. А зачем тебе какая-то старая палочка? Она мне не нужна, а мистеру Оливандеру...
А мне нужны страницы. Может, они еще в той пещере с палочкой? Точно. Предлагаю встретиться на опушке запретного леса, и я охотно покажу тебе, где найти эти страницы. Давай вообще спросим, как ты лишился головы. Но кто это сделал? Я осматривал пещеру, вдруг ощутил свежий ветерок, а после легкость в голове. Ну, собственно, и все, что я помню. Так что, если собираешься в пещеру, будь готов, правда, не знаю к чему, но ты, похоже, сообразительный. Остерегайся легкого ветерка. Ну что ж, увидимся у леса. Можешь забрать палочку и страницы, если, конечно, тебя не беспокоит, что там, ну, в общем, мои обезглавленные останки. О, брат. Мы геймер опытный. Тем более опытный фанат Гарри Поттера. Так что безголовые чуваки нам... Этот... Нам не привыкать безголовых чуваков видеть. Этот почти безголовый ник... Блин, лучше уж быть безголовым, чем почти безголовым, блин. Так, мне нужно выучить обезоруживающее заклинание, прежде чем я последую за призраком Ричарда Галкрада. Запретный лес, понял. А это на... А чтобы его выучить, нам нужно уклоняться от атак врагов, используя кувырок. А можно пойти как раз на... Этот, на третий раунд скрещенных палочек. И как раз таки поуклоняться там от атак. Так, где она там была? Так, нам нужен костер. Вот это тут почему-то, ну вот. Внутренний двор часовой башни нам нужен. Именно там происходят эти встречи нашего тайного клуба. Ну, где там этот Люкан Шумсби? Давай сначала комбинации потренируем, а потом уже перейдем на битву. Привет, Люкан. Я хотел потренироваться на манекене. Отличная идея. В этот раз будет посложнее. Приступим? Конечно. Прекрасно, сейчас же все устроим, не забудь, нужно применить все заклинания, комбинации заклинаний, пока манекен не упал. Если захочешь прервать тренировку, скажи мне. Понял, брат, понял. Ну-ка. Так, акцио, инсендио, потом левиоса. Акцио, инсендио, левиоса. Так, используйте Левиоса, а затем три основных заклинания, и в конце Инсендио в качестве одной комбинации. А, Акцио и в конце Инсендио, понял? Левиоса, раз, два, три, Акцио и Инсендио. Ну да, логично. Инсендио работает на близких дистанциях, так что логично его использовать после использования Акцио. Блин, успевает перезарядиться? Нет, не успевает. Да, блин, не успевает перезарядиться. Что ж делать-то? Так, давай тогда помедленнее, не знаю. Раз, два, три. Раз, два, три. Левиоса. Раз, два, три. Акцию. Инсендио. Раз, два, три, четыре. Блин, капец. Длинная комбинация получилась. Ну, а так круто. Отлично. С манекеном кто угодно справится. Манекены теперь долго не рискнут с тобой связываться. Ну что ж, дай в крещенных палочках нам... На тебя теперь будут смотреть как на серьезного противника. Ну... Пришло время этот помахаться с реальными... Людьми. Ну-ка,
Сегодня важный день. Вот и настал решающий момент. Сейчас мы узнаем, хватит ли тебе подготовки и самоотдачи, чтобы победить. Попробуешь войти в историю непременно? Прекрасно. Будет дуэль с партнером? Ну, давай. Один раз с Себастьяном дрались, один раз в одиночку. Давай теперь с Нати. Тогда начнем. We can make this a real victory. That's the spirit. Да уж, 2-4, вот это честная битва. Красные щиты нужно пробивать при помощи поджигающего заклятия инцендия. Ну, как красного заклятия типа инцендия. Так. Ух, по 2 стороны. Ух, блин. Так, подлечиться, подожди. Что-то они зависли? На. Что-то все, кроме этого пацана, зависли. А, черт. О, блин. Что-то я поторопился и недооценил противников. Давай еще раз. Так. Надо собраться в этот раз. Они собираются тупо стоять? Люмос. О, он даже в них не целится. Подожди, я... сделать просто вот инцендию. Да блин, он не видит его в прицеле. Что за фигня? Что случилось? Что случилось, блин? Да блин, он вообще их не видит. За бред. Она с ними дерется, а я просто стою и смотрю, что за фигня. Блин, фигня какая-то. Что за фигня? Фигня какая-то, ладно. Залагала. Да уж. Надеюсь, такие лаги редкие. Это только начало. Best duelist in the school weren't enough competition, then perhaps you should consider transferring to Durmstrang. Now, to the victor goes. And so it is my great honor. Вручить тебе этот простой, но изящный символ твоего непревзойденного мастерства в дуэльном деле. Ну-ка. Thank you. Спасибо, это большая честь. А что там? You are a duelist to be reckoned with. Ну что ж, турнир окончен, победитель награжден, пора учебой заняться. Интересно, как там мои растения для травологии, совсем перестала ими заниматься. А какой приз я получил? Видимо, никакой. Так, мне кажется, все-таки задание это и мы не выполнили, да. Блин, одного уклонения не хватило. Нехорошо. Это получается, надо выйти в мир, чтобы с кем-то столкнуться и схлестнуться с ним. Хм.
Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну давай телепорнемся в запретный лес. Там, туда быстрее всего. Там быстрее всего какой-нибудь противник будет. Опять эти поющие цветы. Хотя это вряд ли можно назвать пением, ну ладно. Грибочки, грибочки. Вон уже на миникарте вижу какого-то противника. Ты кто? Ну-ка. Давай, атакуй. Упс, вот хорошо. И теперь можно просто молнией по башке тебя разнести. Ты не умер от молнии по башке? Ничего себе, ты жирный. И в прямом, и в переносном смысле. Ну-ка, что там у нас? Язык топиройки. Фу, мерзость какая, но... Видимо, раз мы взяли, для чего-то он и нужен. Так, теперь заклинание... Надо посетить занятие по защите от темных заклинаний. А для этого нам надо вернуться в Хогсфорд. Хогвартс, тьфу ты, блин, что со мной сегодня не так? Блин, что со мной случилось? Что? Ну-ка, ну-ка, что там у нас будет в этот раз? О. А, то есть полноценного урока не будет? Это будет просто какая-то катсцена? А, ну ладно. Что-то учеников так мало. Их там всего человек 10. Да, профессор, я справился с поручениями. Well done. Прекрасно, значит, вы готовы к изучению Экспеллиармуса. Сосредоточьтесь, обезоруживающее заклятие порой достаточно, чтобы справиться даже с сильнейшими теплыми волшебниками. Ну что ж, давайте. Ну-ка, давай. Экспеллиармус тоже красного. То есть защиты красного цвета его тоже. Им тоже можно пробивать. Если хотите попрактиковаться, есть манекен. Ну-ка. Блин, вроде много заклинаний нужно. Не хватает, маловато этот слотов для заклинаний. У вас неплохо получается, но не забрасывайте тренировки. Однажды Экспеллиармус может спасти вам жизнь. Ну-ка, если в палочку прицелиться. Ага, палочка все-таки, значит, у манекена падает. Ну, отлично. Теперь можно направиться и в запретный лес. Упс, аккуратно. Ой, ладно, давай послушаем, что она хочет. Ты в порядке? Разве ты не знаешь, кто я? Зенобия Ноук. Девчонка, которая вся школа ненавидит просто так. Почему тебя все ненавидят? Потому что в Хогвартсе полно хулиганов и зануд. И самый ужасный из них — Леандр Пруит. Тупица, бездарный. Да уж, я хотела с кем-нибудь подружиться и принесла свою коллекцию в гостиную. Я имею в виду коллекцию «Плюй камней». Я надеялась, кто-то в него... что кто-то захочет с ними поиграть. Ты знаешь, что такое «Плюй камни»? Такие маленькие шарики, похожи на стеклянные. С ними весело играть, а если проиграешь, они обрызгают тебя вонючей жидкости. Теперь немножко понятно, почему тебя... Ну ладно, не ненавидят, а почему тебя недолюбливают, скажем так. Только если проиграешь, а я никогда не проигрываю. Ну или во всяком случае не часто. Но люди бывают такие жестокие, их всего лишь обдало вонючей слюной с ног до головы. Сами виноваты, что проиграли. Эмельда и одна из самых противных. Да и Эверетт с историей ничем не лучше. И вот эти жалкие неудачники забрали все мои плюй камни и спрятали их по всей школе в самых высоких местах.
Ну, это резонная мера. Но я уж же не устанавливала правила. В общем, не представляю, как мне их вернуть. Я пока не знаю необходимые заклинания. Вот почему нужно, чтобы какой-нибудь самоотверженный и талантливый пятикурсник мне помог. Ну, что ж, ничего не могу обещать, но попробуем. Я скоро вернусь к своим любимым играм в камешки и в змеиную яму. Ладно. Ладно, неважно. Ого, сколько их? Раз, два, три, четыре. Ну, по крайней мере, шесть указателей вижу. Насчет этих камней. Ну, давай хотя бы один из них соберем. Найдем. Ага, то есть он еще и эту фразу будет произносить, когда эти камешки рядом будут, а вот он. Рука, акция. Ладно, неважно, давай займемся уже основным заданием, а, но, а для него нам нужно направиться в запретный лес. Плюй камни, можно будет и потом поискать. Не первостепенное задание. Так, блин, что за фигня? Надо все отслеживать основное наше задание. Ну что ж, погнали в запретный лес. Ну хотя бы днем пока что. Блин, побыстрее бы до метлы добраться, а то без метлы очень сложно. Ну, точнее, перемещение очень медленно происходит. Хорошо, хоть точки телепортации есть на это время, хотя бы не тратим. Кстати, пока есть момент вот тишины, я бы хотел воспользоваться этой возможностью и попросить вас зайти во вкладку сообщества. Время от времени я там провожу опросы, и мне было бы приятно узнать ваше мнение в определенных вопросах. Блин, кабан это, или это волк? А, это не маг. Уй-уй-уй. Это редактор не отразить. Ух, блин. Так, ты... Ты, пес. Сюда иди. А, уже мертв, все, один остался. Ух, блин, нехорошо. Что-то я давно не играл и уже что-то от дуэли отвык уже. Там еще один этот появился, что ли? Акция. Тварь такая. Редактор меня пуляешься, тварь. Все, капзда тебе. Сволочь такая. Блин, мощный. Ну, что и ожидалось от темных волшебников. Ну, и мы тоже за себя поставить можем, так что раскидали этих бомжей по углам. Будут знать, как этот лагерь рядом с Хогвартсом устраивать. Так. Есть еще что? Нет, ничего нету. Ну что ж, погнали дальше. Так, что там у нас дальше? Ну, еще мешочки какие-то. Синие кожаные перчатки и деньги. Ну-ка, давай-ка пройдемся чуть-чуть по снаряжению. Может, у нас уже что-то хорошее, что-то получше, точнее, появилось. Так, эти перчатки, оказывается, получше. Эти очки, оказывается, получше. Но очки я носить не хочу. Изменим внешний вид на маску. Ибо таинственным мы выглядим. Ну, или, по крайней мере, мы выглядим крутым. Как член какого-то ордена. Так, здесь у нас ничего нет. Наряд у нас тоже единственный. Ну, просто проверили, что у нас там есть. Еще какие-то противники. Браконьер какие-то, что ли? Они там через текстуру ходят, или мне кажется, из-за того, что я их красным цветом из-за ревелия вижу? А, не-не, по камням. Браконьеры.
Нас не учили, что... Не учили, что таким заниматься плохо. Сюда иди. На, инцель. За браконьерство можно по попе получать огненными заклинаниями. В данном случае. Так. Где этот Галкрат? А, нужно подождать. Окей, ну давай. О, блин, ночью все-таки надо. Ну что ж, погнали. Показывай дорогу. Вот мы снова встретились, Ричард Галкра. Пожалуй, мне не стоит удивляться, что ты здесь. Только настоящий ктывранец пришел бы сюда в поисках знаний. Красиво сказано. Итак, куда идти дальше? Следуй за мной, я провожу тебя насколько смогу. Однако же боюсь, что мне малость не по себе возвращаться в место своей кончины. Смотри в оба, чтобы не пропустить купальню для птиц. Когда найдешь ее, скажи «Интрамурус». Это на латыни. А может, на греческом. Кто его разберет? Как несложно догадаться, я был не очень прилежным студентом. Ну что ж, погнали. Веди. А есть какие-нибудь еще ориентиры, кроме купальни для птиц? Да. Даже несколько. Каменный мост, водопад, и еще, если я не ошибаюсь, озеро. Увидишь. Спасибо, что ты очень помог. Удивительно, сколько воспоминаний навеивает это место. Почти все неприятные. Ну да. Знаешь, чем ближе мы подходим, тем больше я вспоминаю. Пожалуй, будет лучше, если ты дальше пойдешь сам. Просто продолжай идти по пути и гляди в оба, чтобы не пропустить ту купальню для птиц. Адью. Интересно, это на латыни или на греческом? Блин. Предупреждающий знак о пауках. Блин, не хотелось бы их встретить. Фу, гигантские пауки. Даже страшно представить. Я боюсь насекомых, фобия у меня такая. Ну и пауков в том числе. Так что, ну почему-то гигантские пауки именно в этой игре меня не... Типа, у меня не арахнофобия, а у меня именно боязнь вот этих вот многоножек, которые, ну, насекомых с большим количеством ног, которые именно прям рядом находятся. Так. Чего так за это? Загоготали так. Ты, видимо... Водопад? Ну что ж, погнали дальше. Блин. Капец. Опасность, поверните назад, опасность, опасность. Министерство магии, поверните назад, опасность. Блин, не просто так запретный лес называется. Интересно, что это за знак с... лапкой на карте. И что это за существа? Пушинка. Пушишка, точнее. Ребята, вы кто такие? Ну-ка, стоять. Пушишка. Ты что такое? И почему вы у меня указаны так на карте? Блин, капец. У них ног нету, они двигаются перекатами. Прикольно. Ну ладно. Пора продолжать наш путь. Они так просто попались на пути нам. Ну, озеро. И где-то здесь должна быть купальня для птиц. Олени вон там, да. У воды. А вот именно, видимо, и та купальня, о которой он говорил. Мотыльки, ну точнее, не мотыльки, как это называется? Светлячки. О, точно. Так, грибочки еще. Тут есть что? О, пиявочный сок. Не знаю, для чего он нам, но пусть будет. В дальнейшем, я уверен, пригодится. Так, это и есть этот купальня для птиц? Ну давай. Интрамюрус. Опа. А это походу вход в пещеру замаскированный. А, это не замаскированный, это вообще портал.
Ух, что за фигня? А недалековато мы изобрели от дома. Ранрок знал, что ты в конце концов приведешь нас к спрятанному. Хватайте его, ребята. Уйдите нафиг, твари. Чё, неприятно, да, когда братанов твоих убивает? Крыса. Валите отсюда. Тебе эти сторонники ничего не доложат своему Ранроку. Сейчас увидим, как же Галкрат тут... Куда же Галкрат меня отправил? Давай зайдем внутрь гробницы Галкрата. Интересно, от чего он умер? Типа... Слабый ветерок? И потом он лишился головы. Ну интересно, от чего он лишился головы? О, какие-то тоже сборные грибы еще. Ну, точнее, грибы, которые можно собирать. Летучие мыши. А, кстати, можно же в этом посмотреть... В коллекции посмотреть... врагов. Давно собирался это сделать, но как... Никак... Ну, все время забывал об этом, точнее. А, вот топиройка, которую мы убили не так давно у входа в запретный лес. А, так, они особенно уязвимы, когда пытаются оправиться от твоего атакующего выпада. Атакуя в тот момент, используя мощные заклинания, их можно легко перевернуть или отбросить в разные стороны. Если ее пасть широко раскрыта, то на мясистый язык топиройки можно воздействовать при помощи левиоса, чтобы поднять ее в воздух. Понятно. Это вот пипламбы эти. Будучи одними из самых быстрых членов банды Руквуда, эти ведьмы способны удивить своих противников тактикой ведения боя спина к спине. Их мощные взрывающие заклинания, заклятие невозможно заблокировать щитом, это понятно. Это мы уже на себе прочувствовали, к сожалению. Если прервать эту атаку при помощи режущего заклинания, они начинают кружиться, теряют контроль и могут невольно атаковать одного из членов своей банды. Ну, режущего заклинания у нас пока еще нету, так что ладно. Это разведчик. Это недобросовестные волшебники не смогли овладеть щитовыми чарами. Поэтому уязвимы для всевозможных атак. Окей, это кто? Дуэлянтка браконьеров. Их мощные взрывающие заклинания тоже нельзя заблокировать. Тоже, ну, то же самое, что и А, так, блин, это одно и то же, просто внешний вид. А, это дуэлянтка пепламбов и дуэлянтка браконьеров. Вот это, вот оно что. Окей, это кто? Браконьер-анимаг? А, может превращаться в хищного волка. Когда подобные враги находятся в анимагической форме, их можно ослабить, вынудив вернуться в человеческое обличье. Тогда победить их будет намного проще. Заклинание трансформации может в одно мгновение превратить их обратно в человеческую форму, что является... что явно должно застать их врасплох. Ага. Если прервать их взрывное заклятие при помощи отбрасывающих чар, они потеряют контроль и могут невольно атаковать членов своей банды. Понятно? Ну, ни того, ни другого у нас пока нету, ни отбрасывающего, ни трансфигурации, так что тоже ждем. Это сторонники Ранрока. Это дозорные Ранрока. Когда они накапливают магию, чтобы их наполнить ей своих сторонников, заклинание бомбарда может взорвать их чары и вызвать разрушительное извержение. Понял. Так, это кто? Воин сторонников Ранрока. Тяжелое оружие гоблинов довольно опасно, поэтому рекомендуется использовать экспеллиармы, чтобы обезоружить их и оставить им только слабые варианты ведения боя. Понял. А это снайпер. Ну да, из прошлого видео можно было понять. Их эти стреляют издалека и бьют конкретно. Очень больно. Пока они готовятся к выстрелу, их болт можно выхватить и с помощью броска древней магии запустить обратно в хозяина, понял? Это паук, которых мы этот... Чтобы поджечь этих пауков, можно напасть
в их мешочек с ядом, огненным заклинанием, чтобы они... Когда они готовятся к атаке, понял? Часовой, обезоруживающее заклятие, полезная штука. В бою с ними. Древняя магия дает им возможность бесконечно проводить дальние атаки. Даже если их оружие было брошено или выбито, они моментально снова появляются у них в руках. Понятно? А, это тролль. Держать дистанцию невозможно защититься от разъяренного тролля, так как он вырывается из-под ног куски земли и бросает их в свою цель. Когда тролль ударит дубинка о землю обеими руками, подбросьте ее при помощи флипендо, чтобы иметь большой эффект, чем обычно. Дубинка отправится прямиком в лицо тролля и нанесет его мощный удар. Флипендо у нас тоже нет. Попадание в тролля его же собственным валуном непременно застигнет его врасплох и делает его более уязвимым для последующих атак. Ну, интересно. Время от времени надо читать, чтобы что-то узнавать. Вот, например, видимо, пауков надо поджигать, чтобы больше урона наносить. Ничего себе. Похоже, именно сюда мне и надо. Мост какой-то волшебный. Блин, мосты у них, конечно, крутые, ничего не скажешь. Похоже, кто-то не очень любит случайных гостей. Это что? Денежка. Ух, блин, пауки на стене. Блин. С пауками придется драться. Так, паутина можно поджигать при помощи инцендия. Ух, блин, пауки. Вы шо, твари? Жопу подожгу вам каждому. Ты шо? Бомбарда. Точнее, бомбарда у нас еще нету. Ух. Пытался закопаться или мне показалось? Ну, как бы то ни было, от того, что я его поднял, когда он пытался закопаться, у него разорвало пердак. Ну-ка, подожди, давай посмотрим, может, в коллекции появилось что-то еще. А, вот, да. Так, это вот другие. Шипастый бегун. При низком уровне здоровья пауков атаки с исполнением огня поджигают их. При этом они начинают отчаянно метаться и в конце концов погибают. Если они получают урон, прежде чем умереть, они взрываются, поражая цели поблизости. Понял? А, когда эти пауки начинают взорваться, их можно выпустить... выдернуть из земли при помощи флипенда, что наносит им огромный урон. Ну, видимо, не только флипенда, видимо, Левиоса тоже это делает. Так, там вроде еще один паук на стене висит. Блин, тут еще пауки. А, это мелкие пауки. Блин. Не надо так близко. Ну-ка, давай посмотрим, что там у нас. Как минимум, я вижу сундук. Так, давай капусту в них метнем. Нет, не то. Что я выпил? А, я выпил. Я выпил то, что делает нас этим. Каменистым наше тело делает. Мы, видимо, меньше урон будем получать. На. Ой-ой-ой. Превратил его в маленького паука и закопал, наступил точнее на него. Что, мудилы? На, ящиком по башке. Ой, что-то. Не попало инцендия? На самом деле я хотел кинуть жующую капусту, но что-то я на Эдерус переключился. Ну ничего. Сварим еще попозже. Так. Погнали отсюда. Больше ничего не осталось. А нет, вон там еще что-то есть. Надо почаще ревелью использовать. Пригождается. Чтоб всякий лут находить и так далее. Не забывать использовать ревелию. Так.
Что там у нас дальше? Это что? That platform ought to be able to float straight to me. Это яма. Ревелио. Ну-ка, ух, тьфу ты. Блин, пересрался. Пауки, мать вашу. Ай-яй-яй. На. На. Попку тебе подожжем. Скотина ты этакая. Где еще два? Я видел, как тут по стенке еще два пробегал. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Блин, чертовы пауки. Акция. Я не знаю, куда это ведет, но давай смотримся. Ну-ка. О, еще один сундучок, это хорошо. Еще деньги. Так, да, обратно. Так. Еще лунные камни. Вашу, Маша, опять эти чертовы пауки. Блин, один сзади, откуда ты, тварь, откуда ты там сзади взялась? Блин. Опять не на достаточное расстояние притянул, чтобы инцендиум в него бахнуть. Еще одна головоломка. Вижу два знака, а где третий? А, вон третий тут. Отлично. Опа. В этот раз мост вообще с небес откуда-то прилетел. Блин, надо осматриваться, эти пауки, блин, не дают покоя. Блин, эти паучата сверху сидят. Их там кокнуть никак нельзя. А ну, мелкие твари, сюда пошли. Блин, на камень не забраться. Нет, не лезет. Ладно. Зато тут деньги есть, давай их возьмем. Блин, я уверен, сейчас они побегут, как мы сейчас пойдем туда. Сволочи вы такие. Мелочь пузатая, сейчас всех вас истреблю. Твари вы такие. Мерзость. Так, куда нам? Что-то пока непонятен маршрут, ну ладно. Отслеживание недоступно, понял? Самому нужно путь найти. Окей. Тут у нас что? Так, подожди. Блин, без этого... Без того, чтобы сканом проверить, что вокруг происходит, я никуда не пойду. О, еще эти платформы. Еще эти пауки, блин. Блин, много пауков. Тут два. Там еще вроде Ревелио. Два. Интересно, когда они...
Твари поползли дальше. Ой, блин. Какие же неприятные пауки. Интересно, что у нас тут? Давай смотримся. Наверняка еще один сундук. Да, еще один сундук. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. Так, тут у нас что, блин, очередное логово пауков, что ли? Вижу паутину на стене. Блин, это яйца паука, похоже. Никаких больше пауков в этом пространстве не будет. Идите в задницу. Мне хватает уже заспавнившихся пауков. Не хочу еще с нерожденными драться. Да мелкого завали, господи. Ага, пока мы не в битве, заклинания типа Экспеллиармуса не тратят заряды. Ух, блин. И мелкие могут нападать. Вашу Машу. А, большие очнулись. Блин. Мелочь завали сначала. Так, хорошо. Так, я уже вижу, как таймер подступает к этому. К часу надо побыстрее разбираться с этими тварями пауками. А, ты еще жив, скотина. Сволочи. А вы чем мелочь уселись? Вы в камнях, что ли? А, во-во-во, очнулись. Ладно, это, видимо, такие катсценовые пауки. Их, видимо, завалить не получится. Ладно, пошли обратно. Блин. Людям с арахнофобией не советую играть в эту игру. Ну хотя, может, тут какая-то настройка есть, чтобы вместо пауков что-то другое было. Хотя, это маловероятно. А, идите нафиг. На. Ногой. Ногой в лицо просто. Ва, это. Эй, вырвать. О, хорошо. Как же вас много. Ладно, давай поторопимся. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Блин, как же тут много пауков. Блин, это бесконечная пещера еще. Со всякими разветвлениями, блин. Куда идти? О, вон, вижу ворота. Не, видимо, не отсюда, видимо, снизу надо. Вижу еще одни ворота. Блин, еще пауки. Вижу еще пауков. Ну что ж, твари, вылезайте. А, черт, попал. Блин.
Блин. Пауки чертовы, блин. Ух, блин. Гигантские пауки поперли. Ты что такое? Ты что такое? На. А, на нее не работает. Ты что, блэд, такое? Блин, нет, не так, не так, не так. Так, на. Большое идет, отвали от меня. Так, а, та-та-та-та, не так. На, инцендия. Ты сдох там, надеюсь? Да, не сдох. А, черт, блин. Что у вас, твари? Палите от меня. Мне страшно, блэд. Ух, взорвался. О, наконец-то умер. Левиоса. О, хорошо. Еще не все? Вы издеваетесь? На. Блин. Чтоб вас. С чертовыми пауками разобрались. Настало время. Блин. Теперь можно чуть расслабить очко. И теперь попытаться найти, куда нам дальше. Блин. Так, вижу сундук и вижу один из значков. Так. Раз. Два. И три. Так, раз. Два. Три. Отлично. Еще один мост. Надеюсь, он последний. Блин. Мне надоело драться с пауками. Мне кажется, или там статуя? Must be getting closer to Jackdaw's remains and those pages. Ага. We meet again, Richard Jackdaw. Да уж. Shame. Those splinters must be what's left of Ollivander's wand. At least I can take the pages. Да, похоже, от палочки этого ничего не осталось. Is there something beyond this room? Видимо, как раз таки эти статуи его и завалили. Ух, блин, а вот они и очнулись. Нафиг иди. Ух, блин. Я забыл, что они супермены летать умеют. На, своим же оружием. Давай. А, черт. Еще двое. Полетел супермен. На, Экспеллиармус в лицо. Без оружия ты уже не такой страшный, да? Блин, большие очнулись. Ну-ка, брат, что ты можешь? На, Экспеллиармус. Блин, сразу же в руках уже новое оружие. А, и ты летать умеешь? Да, блин. Как ты такой тяжелый вообще летаешь? Супермен переросток. Еще двое, твою ж мать. Блин, пока.
крайней мере, хотя бы миссия, серия, насыщенная на события, получается. На, инцендия в лицо. На, Левиос. Хотя, паук от Левиоса на тебе. А, бежим. Еще приземлиться, этот Супермен нам нахлебало. Как не сработало? На, Экспериармус. Да, блин. Дайте передохнуть, Супермены, чертовы. Что тебе надо? Огнем хлебало получи. Что у вас? Сволочи. Блин, в этих гробницах жопу не расслабить. Подожди, только что был конец уровня. Почему оно перестроилось? Только не говорите, что опять с кем-то драться. Надо. Да, опять. Тоже было в Гринготе, в запретной секции. Это, видимо, опять это, опять этих старых профессоров Хогвартса, вот эти вот. А потоп начался? И что делать? А, меня что-то защищает? Прикольно. У нас этот... Нас какой-то шарик защищает. А комнату полностью затопило. Надеюсь, эта магия будет защищать меня, пока я не выберусь отсюда. Так. А, тут уже воды нет. Отлично. Что это за место? Что это за комната? Где мы? Я надеюсь, здесь ни с кем драться не придется. Это гигантские картины? Да, слушай, это гигантские картины. Интересно, кто на них нарисован? Ну, никого не видно. О! Дедок, это ж ты! Персиваль Рекхам, неужели? Ну-ка, давай с тобой поговорим, и потом уже на этом закончим серию, я думаю. Это вы? Кто-то наконец-то нашел наш зал картографии. А, вы же были в омуте памяти. Вы профессор Рекхам. Верно. Должен признаться, я удивлен, что вы так молоды. Мне столько же, сколько вам было с Эссадорой Моргана, когда вы поступили в Хогвартс. А, вы еще и внимательны. Полагаю, у вас есть такой же дар, как и у нас. Видеть следы древней магии? Да, сэр. Как вы уже, наверное, поняли, наш дар обеспечивает уникальную связь со всеми формами магии. Нам, немногим из волшебников, доступны редкостные проявления магии. Вам могут предоставиться возможности развить этот редкий талант. Не упустите их. Хорошо, профессор, благодарю вас. Тогда вам с нами надо много обсудить, но сперва вас сюда привела карта, найденная в некой книге. Поставьте эту книгу на пьедестал. У меня нет с собой книги, сэр. Досадно. Тогда придется отложить разговор. Возвращайтесь к книге, и тогда мы продолжим. Почему это место называется залом картографии? Вы все поймете, как только поставите книгу на пьедестал. Вы провидец? Это ведь статуи, разные портреты в доме на утесе. Вы провидец? Да. Вы знали, что я буду здесь? Ваше прибытие не стало для меня сюрпризом, но большего я пока сказать не могу. Я принесу книгу, профессор. Договорились? Когда вернете книгу, тогда продолжим. Ваша связь с древней магией открывает таланты. При каждом новом уровне вы получаете одно очко таланта. У вас есть новые очки таланта, которые вы можете использовать в соответствующем меню в вашем руководстве. Понял. Так.
Очки талантов можно использовать по своему усмотрению. Повышайте уровень заклинаний, увеличивайте боевую мощь, скрытность и многое другое. Используйте их с умом, так как очки талантов можно потратить только один раз, поэтому количество приобретенных талантов ограничено. Заглядывайте сюда почаще, чтобы узнать, какие новые потрясающие таланты вам доступны. Понял, спасибо. Но этим мы займемся уже потом. А пока... Спасибо вам большое за просмотр. Я надеюсь, эта серия вам понравилась. Она немножко затянулась, но я надеюсь, это не стало для вас помехой. Если эта серия вам понравилась, не забудьте поставить лайк, написать комментарий. Я с радостью их читаю, хотя, к сожалению, их в последнее время очень мало. Также не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Это очень поможет каналу в развитии. А также подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать выход новых видео. И спасибо вам большое, увидимся в следующей серии, и пока!